Два спортивных зала в школе номер 7 и в гимназии Эврика. Бассейн и буфет. В учебных заведениях каждый объект важен. Мэр Анапы Сергей Сергеев поинтересовался, чем кормят детей, что предлагают в буфете и какие напитки стоят в холодильнике. Урок физкультуры в бассейне плавают ребята из одного класса. Тренер-преподаватель обучает плаванию 90% детей. Редкие случаи, когда дети боятся воды. Частая практика – заметные результаты пловцов. Если ученики преуспевают в спорте, занятиям рекомендуют уделять больше внимания и тренироваться в спортивной школе «Виктория». Значит, в прошлого года человек 5-6 прошли, они уже выступают на городских соревнованиях, вторые места, то есть есть. В спортивном зале развивают физические навыки и внимание. Обойти препятствия во время урока – дополнительная задача для школьников. Это ж можно заделать сейчас, чтобы здесь голеностоп никто не сломал. Как? Я вам расскажу. Вот это выбирается, цементной стяжкой заделывается, и наверх ложится кусок иной. Уже голеностоп никто не сломает, когда прыгать будет. Но настроили меня навести тут порядок. Вот когда у нас за спорт сегодня, я официально говорю, за спорт, отвечает материальное обеспечение образования, а вообще все Министерство по физической культуре и спорту, вот у нас имеем то, что имеем. И здесь то же самое. Этот зал пустой. Видите время? И тот зал пустой. И получается, а мы говорим, нам не хватает спортивных сооружений для того, чтобы по 4 часа в неделю, сколько сейчас в неделю? Три часа, чтобы по 4 часа в неделю была у детей физическая культура. Все нам хватает. Нам не хватает взаимодействия. Сделаем, Сергей Павлович, сделаем. Сломает ребенок. У нас 15 мужчин, Сергей Павлович, так что я думаю, у нас руководит, он сам планирует о патриотической работе, так что все сделаем. Для Сергея Сергеева провели экскурсию по школе и гимназии. С удовольствием отметили результаты выпускников. Лучшие на доске почета. Сергей Сергеев зашел на урок английского языка в 6 А. В группе до 10 человек. Так эффективней. После визита главы города-курорта наверняка эффективней станет и организация работы в школе. И мелкие недочеты устранят. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.